Привет всем, это Вячеслав, канал Акибай. Сегодня к нам приехал такой вот минивэн. Это Toyota Versa 2015 года выпуска. Машина не в богатой комплектации. Машина идет обычное замок зажигания и обычные ключи зажигания. Владелец остался на руках вот такой вот чип-ключ зажигания. С помощью данного ключика машина механически открывается, когда ключ вставляется в замок зажигания. Проворачивается, машина заводится. Пользоваться таким ключом владельцу крайне неудобно, поэтому он приехал к нам на Акибай для того, чтобы мы запрограммировали машину выкидной чип-ключ, чип-ключ зажигания с кнопками. Мы это сделали, мы заточили две ключа на компьютерном станке. Далее запрограммировали кнопки центрального замка. Машина дистанционно открывается и закрывается. Также мы запрограммировали чип мобилайзером, мы вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем, машина заводится. Теперь у владельца Toyota Versa 2015 года выпуска есть выкидной чип-ключ зажигания с кнопками. То есть у него есть полный комплект, как было при покупке автомобиля. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания на Toyota, либо на другую марку автомобиля, требуется изготовить дубликат ключа от зажигания, отремонтировать ваш хозяйский ключ, либо вы потеряли все чип-ключи, то можете обращаться в нашу компанию Akibai, мы вам поможем.